Пришел вещь. А, чего тебе? Принес кисточку. Не нужны мне твои макияжи. Иди с этим, Кеннет. Берем кусочек фоамирана. Разрезаем на части. Глиттерный фоамиран крашен на отрезке. Вау, взошла радуга. Крепим крышечку. Зафиксируем. В золоте лучше. Рефилы на месте. Какие же будут цвета? Яркие, на любой вкус. Берем глиттеры, засыпаем. Кисточка в комплекте. Украшаем палетку бусинками. Набор для идеального мейкапа. Эннет собирается на прогулку. Нужно успеть прихорошиться. Где мои любимые тени? Пусто. Вещь ты не видел? Может, у Венсдей? Ура, ты нашел! Наведем красоту! Эй! О, я не выдерживаю. Может, тебя накрасить? Нет уж. Разделяю нашу комнату. Оф, отвлекусь музыкой. Любимая виолончель. За ней кто-то следит. Это Ксавье. Парнишка зачарован игрой. Ах, какая прекрасная музыка. Сколько констоваров. Берем глиттерный клей. Очищаем от блесток. Заливаем термоклеем. Погружаем все в блендер. Вау, смешались краски. Черный плюс белый, серый. Контейнер пригодится. На крышке надпись. Нанесем золотые потертости. Полный кейс арт-материалов. Вдохновляет на творчество. Чистый холст для нового шедевра. Завороженный Ксавье вернулся в свою мастерскую. Венсдей, моя муза, я готов творить. Нарисую картину в ее любимых цветах. Мастихин. Первый набросок. Венсдей заметила Ксавье. Неужели он рисует портрет девушки? Поразительное сходство. Кто его новая муза? Шедевр готов. Скрою от посторонних глаз. Творец покинул мастерскую. Чуть не попалась. Посмотрим. Что? Я? Это так трогательно. Кажется, их симпатия взаимна. Вещь притащил пенополистирол. Увеличим. Несколько палочек. Выстроим бортики. Окрасим рамку. Насыщенный розовый. Вырезаем любовные стикеры. Схема покорения дамы. Закрепляем стикеры. Вещь, спасибо. Ниточки укажут путь к сердцу Венсдей. Из коктейльных трубочек собираем мольберт. Сверху радуга. Доска на месте. Рядом указка, сработает ли план. Эннет слушает музыку. Фу, Венсдей еще не вернулась. Эннет, мне срочно нужна твоя помощь. А, в чем дело? Как понравится твоей соседке, Венсдей. Только ждала этот час, у меня уже все готово. Что это? Подробный план покорения девушки.
Думаешь, сработает? Well, well, look at you. Конечно. Она любит черные георгины. Потом совместный просмотр ужасов. А, неплохо. А дальше? Это и есть формула любви. Что вы тут затеяли? Ой, Уэнсдей! Ничего особенного. Делаем домашку. Ладно, странно это все. Наверное, встречаются. Старый мотоцикл. Проведем апгрейд. Одолжим снега у Эльзы. Нагреем. Вау, получилась краска. Тщательно покрываем корпус грунтом. Наносим принт далматинца. Необычный транспорт. Делаем разметку. Вырезаем картонный каркас. Обтягиваем эко-кожей. Получилось идеальное сиденье для коляски. Логотип. Рисуем номера. Мотоцикл с принтом далматинца выглядит очень забавно. Мы на месте. Здравствуйте, мне нужны черные георгины. Окей. Уэнсдей прогуливалась по городу, и вдруг... А, это они. На свидании. Нужно за ними проследить. Уэнсдей, что делаешь? Не до тебя сейчас. А, они уходят. Я их потеряла. О, мотоцикл. В моем вкусе. Уэнсдей помчалась за ребятами. Ладно, мне пора. Ну что, подруга, поехали. Подготовим рабочую зону. Инструменты и материалы на месте. Нарезаем плотный картон на ровные квадратики. Срежем угловые пиксели. Закроем отверстие картоном. А здесь будет личико. Смотрите, это же глазки и ротик. Набираем объем прически. Что же это за персонаж? Куколка, готова попасть в мир Майнкрафт? Давай перевоплощаться. Прямоугольные ножки и ручки в том же стиле. Добавим белые пиксели. Вот теперь максимальная схожесть. Уэнсдей прошла удивительную трансформацию, но как она попала во вселенную Майнкрафт, сейчас увидите сами. Уэнсдей и Эннет отдыхали в своей комнатке. Вещь, ау, ты где прячешься? Может, тут? Куда же он подевался? Что у вас происходит? Вещь где-то запропастился, не могу найти. Может, он пошел гулять? Пойду посмотрю. Странно, ноутбук зашевелился, а вот и вещь. Ага, вот ты где. Чем ты там занимался? Посмотрим. Как интересно, попробую сыграть. Появился портал, помогите! Уэнсдей засосала в компьютер. В мире Майнкрафта хозяйничал огромный голем. Ой, ты кто? Уэнсдей, привет! Эта роза тебе! Спасибо, но она слишком цветная. Тогда держи приманку для свинки. Развлекайся! Хочешь морковку? Заколю цветок в волосы. Я храбрый всадник. Вперед! Уэнсдей потеряла розу, и ее сразу учуяла овечка. Очень вкусно! Добудем нужные детали. Это что, рука? Оборачиваем блоки бежевым фоамираном. Готово. Душистая ромашка, но цветок нам не нужен. Проволока станет каркасом. Подбираем оттенки. Нам нужно много пикселей. Добавим вещи объема и пару шрамов. Последний штрих.
Майнкрафт – вещь. Это что-то новенькое. Вещь нервничает. Что-то Уэнсдей не возвращается. Нужно разведать, что там. Рука тоже попала в игру. Где Уэнсдей? Погодите-ка, почему все в квадратах? У меня есть голос? Уэнсдей, ау! Это что, овечка? Скажи мне, где Уэнсдей? Эй, а ну слезай! Ю-ху, свинка, вперед! Уэнсдей, ты тут? Я так переживал! Мы знакомы? Ты мне кого-то напоминаешь. Ой, о нет, моя удочка! Свинья взбунтовалась. А-а-а! Свинка получила свою морковку. Осторожно, ты не ушиблась? Ох, ничего не понимаю. Сзади подкрались криперы. Бежим, мы в опасности. А ну стоять, не трожьте ее. Ладно, ладно, мы уходим. Спасибо, ты меня спас. Рад, что ты в порядке. Пора отсюда выбираться. Гляди, я вижу выход. Быстрее. Приключение завершилось. Уф, мягкая посадка. Где вы пропадали? Я переживала. Только не объятия, я в норме. Все, больше никаких игр. Выбираем трубочку. Зажимаем розовый и голубой. Наполняем тюбики. Выберем колпачок. Готово. Вырезаем развертку. Складываем упаковку. Двойной набор красок для волос. Все для смелых экспериментов. Эннет обожает ухаживать за волосами. Пора освежить цвет. Ага, небось, все для Ксавье. Чао, соседка! Чего желаете? Яркое окрашивание. У нас широкий выбор. Nice. Вот ваши оттенки. Уэнсдей решила проследить. О, неужели она подменит краски? Yes. Эннет будет в восторге. Мастер принялась за окрашивание. Что с моими волосами? Ума не приложу, я подготовила другие цвета. Пранк удался. А, я хочу быть как она. Обрезаем светлые трессы. Подготовим краску. Нанесем на часть пряди. Теперь розовое. Заплетем косички. Вау! Какой картон возьмем? Желтый в сердечко. Дополним упаковку пленкой. Надпись гласит «Разноцветные трассы». Кошмар. Ума не приложу, чем Ксавье нравится Эннет. Цветными нарядами? Примерю. М-да. Тогда и яркие пряди. Может, его впечатлит. Все собрались на перемене. Ой, смотри, что с ней? Уэнсдей сменила имидж. Что с тобой, лунное затмение? Захотелось разнообразия. Девушка, вы в нашей группе? Ой, не узнал? Думала, тебе понравится. Ты мне нравилась своей мрачностью и индивидуальностью. Ты чудесна, когда ты настоящая. Правда? Парочка взялась за руки. Наконец-то все прояснилось. Возьмем фоамиран. Вырежем лепестки. Кусочек проволоки. Соберем пышный бутон. Ах, черный цветок. Окрасим стебель. Не хватает листочков. Прекрасный контраст. Мой черный цветок, пожалуйста. Ура, достал георгину.
Супер, здесь никого. Она будет заинтригована. Вернулась Wednesday. А это что? Карта? Люблю квесты. Первая остановка — школьный коридор. Дальше — шкафчики. Нашла загадочный цветок. Указатель ведет дальше к воротам. Бьянка решила подшутить и сменить указатели. Вещь этого не допустит. Следующий — город. Дерево. Снова стрелка. Что там, столик в кафе? Ксавье следит за прохождением маршрута. Умничка, я не сомневался. Wednesday, это тебе. Пойдем на свидание. Так это твой план? Уговорил. Люблю георгины. Подготовим кубики. Закруглим уголки. Выберем цвет. Подходит. Перекрасим заготовку. Какие яркие детали. Закрепляем пуговку, накрываем линзой. Появились кнопочки. Рисуем колонки. Компактный проектор позволит смотреть кино в любом месте. Ксавье привел Wednesday в грот. Я приготовил все для чудесного вечера. Окей. Не подсматривай. А теперь? Можно. Как тебе? Я взял попкорн, даже свечки в твоем стиле. Нравится? Ничего себе, я впечатлена. Мрачно и холодно. Посмотрим фильм? Я не против. Присаживайтесь, моя леди. Уже выбрал кино? Не беспокойся, увидишь. Парочка уселась за просмотр. Какой ужас, все розовое. Романтическая мелодрама. Ты же любишь ужасы. Эй, голубки, чего затаились? Идем играть в дженгу. Пришлось прервать романтический вечер. Сыграем в дженгу. Тянем палочку. Осторожно, еще одну. Становится опасно. Нам тоже нужна игра. Берем деревяшку. Перекрашиваем в разные цвета. Собираем башенку. Развертка готова. Проводим линии изгиба. Складываем игру в коробочку. Украшаем надписью. Дженга – отличное развлечение для большой компании. Девочки принесли игру. Но я не умею играть. Все просто, научим. Тянем палочки, пока башня не рухнет. Окей, я первая. Получилось. Моя очередь. Игра набирает ход. Какую же вытащить? Упс! Дженга сблизила друзей. Малышка, приветик. Превратим тебя в Энит. Стираем прежнее личико. Подбираем краски. Наносим на палитру. Рисуем новые глазки. Розовые тени. Идеально. Подкрасим волосы. Мастерим платье из ленточек. Зайка принес туфельки. Крошка Энит с детства обожает все радужное. Энит росла в любви и гармонии. Доченька, чего бы тебе хотелось? Я мечтаю о друге. Тогда тебя порадует песик. Розовый, как я люблю. У нас новый член семьи. И от меня будет подарок – луна. С ней ты быстрее научишься обращаться в волка. Милашка. Кто отправится на съемку нового образа? Энит? Ребята, мне пора в Лалилу.
вырежем заготовку, сложим, сошьем края. Пора переодеться. Возьмем юбочку, распишем цветочным принтом. Идеально! Мне очень нравится! Эннет всегда выделяется ярким луком. Эннет приехала учиться в особенное место – Академию Nevermore. Впереди ждет столько интересного! Добро пожаловать в школу Nevermore. Познакомься с другими учениками. Дети, это Эннет. Приветик. Пойдем, покажем тебе школу. Какая симпатичная девочка. Эннет разложила вещи в комнате. Все, как я люблю, ярко и красочно. Эта часть слишком мрачная. Нужно немного украсить. Так-то лучше. О, какой ужас. Все такое цветное. Фи. Hi. Приветик, я Эннет. Обнимемся? Ew. Я решила поднять тебе настроение. Этому тут не место. У меня аллергия на яркие цвета. Ну, как знаешь. Пока Эннет слушает музыку, Уэнсдей пишет роман. Перекрасим листик. Чудесный синий. Набрызгаем звездочки. Вау, лунный календарь. Выделим солнце поталью. Кусочек звездного неба прямо в комнате. Мисс Уимс принесла Эннет подарок. Дорогая, тебе пришла посылка от родителей. Вау, что это? Лунный календарь. Скоро полнолуние, я стану настоящим оборотнем. Луна растет, проходят дни. Ура, полнолуние! Луна так близко. О, что со мной не так? Бедняжка страдает. Кажется, я знаю, как тебе помочь. Пойдем. Выбираем пушистый мех. Нужно поработать над цветом. На полочках все нужные ингредиенты. Посыпаем содой. Заливаем уксусом. Получилась серая ткань. Обводим шаблоны выкроек. Много заготовок. Сшиваем пушистые кигуруми. Тепло и мягенько. Наколдуем сердечко. На макушке капюшон с мордочкой. Свисает язычок. Голубые глазки и ушки. Кигуруми-волчонок поможет Эннет замаскироваться под оборотня. Я огорчу родителей. Привет, я кое-что принес. Вау, кигуруми-волка, какой он милый. Тебе идет. Thank you. Взгляни в зеркало. Папа с мамой точно поверят. Спасибо. Bye. Bye. Малышка, что с тобой? Я не похожа на волка, вам не нравится. Крошка, не расстраивайся. Мы любим тебя в любом образе. Выбираем воздушный пластилин. Вуаля! Раскатаем змеек. Добавим глазки. Наденем ободок. Уэнсдей, спасай! Меня позвали на свидание. Есть идеи? Сходим в салон. Hi. Подготовьте подружку к свиданию. Она хочет впечатлить парня Горгону. Okay.
Готово, взгляните. То, что нужно. О, змеи, я в шоке. Ты же хочешь понравиться. Конечно, пойдем. Вдруг она не примет меня таким, как есть. Змейки, посидите под шляпой. Привет, едва тебя узнала. Воу, выглядишь роскошно. Особенно обруч. Yeah. Спасибо, без шляпы тебе лучше. Вау, сколько змеек. Энит повзрослела. Hi. Перекрасим волосы. Очаровательная укладка. Розовые тени дополнят образ. Подготовим шаблоны. Получились выкройки. Прекрасное блестящее платье. Thank you. На рейве ты будешь в центре внимания. Приглашаю наши пары. Будет замечательный вечер. Сомневаюсь, но очень надеюсь. Аякс пришел с другой девушкой. Uh-huh. Энит решила прийти с сыном мэра назло Аяксу. What? Да что с тобой не так? Пойдем потанцуем. Okay. Почему она выбрала его? Погоди, мне пора. What? Парень решил устроить пранк. Oh, no. Жаль, что это всего лишь конфетти. Ужасный вечер. Энит, мне больно видеть твою печаль. Давай станцуем вместе. Okay. Как насчет совместного танца? Let's go. Woo. На Фоамиране намечаем развертку, выстраиваем каркас сумки, добавляем молнию, ручки из лент, стильный аксессуар придется Энит по вкусу. Чудный денек для безделья. Энит, почему на моей половине снова твои вещи? Как это понимать? Тебе неприятно мое соседство? Я собираю вещи. Переезжаю навсегда. Счастливо оставаться, бывшая соседка. Что-то я погорячилась. Ладно, оставлю вещи здесь. Придется учиться выживанию. Бррр, зябко. Может, в баке завалялись дрова? А, енот. Чудный вечер у костра. Энит достала зефирки, енот помог обжарить их. Неплохо устроилась. Это мне письмо, наверняка от Уэнсдей, как всегда, в своем стиле. Выбираем дизайнерскую бумагу. Вырезаем прямоугольник. Дорогая Энит, это пригласительное от Уэнсдей. Терпеть не могу ссоры. Нужно пойти на компромисс. Украшу сердечками. Ха, ей понравится эта милота. Берем кусочек тисненной бумаги. Получилась развертка. Пригласительная надежно упакована. Паучок сторожит тайну. Надеюсь, она согласится. Вещь привел Энит на лавку. Хочешь, чтобы я прочла письмо? Посмотрим, что там. Это приглашение. Как мило, я заинтригована. Приветик. У нас секретная пати. Сперва завяжем глаза. Проходи вперед. Еще. Можешь открывать. Сюрприз! Вау, что происходит? С возвращением домой. Держи ушки. Забудем обиды. Ничто не разрушит нашу дружбу. Ты меня так задушишь. Тоже тебя люблю.
Зажжем этот танцпол! Музыка! К Лалилу прибыла доставка тканей. Распишитесь вот здесь. Вещь, помогай. Намечаем костюмчик малыша. Вырезаем заготовки. Прошиваем на швейной машинке. Из фоамирана получится слюнявчик. Запакуем наборчик. В наборе для пеленания есть все необходимое мамочке. Уэнсдей скоро станет мамой. Малыш шевелится. Нужно отвлечься и что-то посмотреть. Ага, мастер-класс по пеленанию. Готово, молодчина. Моя очередь. Вот так. О, как они это делают? Мама звонит. Алло? Алло. Доченька, жди в гости. Приветик, я с подарком. Это что, набор для пеленания? Тебе не помешает потренироваться? Но на ком? Вещь, выручай. От меня не спрячешься. Ну, как-то так. Поправим шапочку. Молодчина. Используем старые наушники. Срежем край. Зальем термоклеем. Сколько глиттеров? Посыпаем наушник. Перекрасим телефон. Установим дисплей. Подключаем наушник. Воу! Родители смогут увидеть малыша. Надоело листать соцсети. Дорогая, я принес новый гаджет. Любопытно, что он делает? Сможет показать нам малыша. Well done. Вау, смотри! Это моя крошка. Давай узнаем, что у тебя в голове. О, котик! Посмотрим его. Вот кто съел ужин. В чем дело? Кажется, начались схватки. Помчали в больницу. Hello. Это вы, будущие мамочки? Пройдемте в палату, я вам все покажу. Стоп, нас селят вместе? Oh my God. Ура, я снова в мастерской. Снимаем мерки. Рисуем выкройки халата. Обводим шаблон. Вырезаем заготовки. Пара рукавов. Добавляем ленточки. Скорее примерь. Okay. Подбираем краски. Расписываем подол цветочками. Делаем манжеты. О, ты уже переоделась? Ага, твоя очередь. Наносим пятнистый принт. У каждой мамочки халатик по вкусу. Мы соседки, вот повезло. Не то слово. Пора переодеться. Чудесный халатик. Бррр. Все яркое и радужное. Ew. И с моим местом что-то не так. Девочки обменялись. Украшу комнату гирляндами. Красота. Больше черепков.
Девушки, мы обо всем позаботимся. Эннет и Уэнсдей отдыхают после родов. Не так уж и страшно. Берем моточек проволоки. Скручиваем петельки на краях. Подставка готова. Раскрываем пластиковую полусферу. Кладем люлечки, бокс для Уэнсдей и Эннет. Моя маленькая копия. И моя. Придумала. Украшу боксы доченькам. Так-то лучше. О нет, только не радужные гирлянды. Не нужно ей это прививать. Ну и ладно, как хочешь. Крошка, ты недовольна? И моя хнычет. Придется идти на компромисс. Кажется, они подружились. Бананы, спелые бананы. Взбиваем в блендере. Получилась желтая смесь. Лепим уточек. Покрываем прозрачным лаком. Создаем пакетик. Вырезаем. Заливаем водичкой. Принимать ванну будет веселее. Крошка, пора искупаться. Наберем теплой водички. Тебе понравится пена. Ты недовольна? Что же делать? Придумала уточки. Секретный ингредиент. Теперь у тебя славная компания. О, долгожданный отдых. Берем серый мех. Вырезаем детали, украшаем ушками, хвостик, вырежем, сложим в коробку, специальные подгузники для оборотней. Крошка, что за запах? Нужно пшикнуть духами. Не помогло. Вещь, в чем же дело? Думаешь, это подгузник? Yes! В комоде нашлось все необходимое. Придется поменять. Так гораздо лучше. Мой маленький оборотень. Высыпаем пластиковые детальки. Перекрашиваем одну в черный цвет, вторая полосатая. Вложим наполнитель, сошьем матрасик. Мрачные весы помогут наблюдать за весом малышки. Добрый день, мы немного подросли. Несите крошку к столу. Измерим рост. Отлично, теперь вес. Ого! Все в порядке? У нас рекордсменка. Держите конфетку. Спасибо. Колбочки. Эти пригодятся. Перекрашиваем бутылочку. Погружаем пастель в блендер. Взбиваем. Наполняем колбочку смесью. Проставим деление. Полная бутылочка детской смеси. Малышке будет вкусно.
Посидишь с крошкой? Мне нужно по делам. Окей. Чао, ты справишься? Конечно, все будет ок. Доченьку нужно покормить. Капуста полна витаминов. Не хочешь? Странно. Ага. Может, молочка? Тоже нет? Хочешь то, чем кормит мама? Ладно, попробую сделать смесь. Кажется, получилось. Ура, это ей по вкусу. Выберем ткань. Наденем на пяльца. Рисуем паутинку. Время тафтинга. Принимаемся вышивать. Вырезаем коврик. Подгибаем края. Готово. Мягкий и красивый декор для детской. Какие планы на день? Скоро придут Wednesday и Ксавье. Нужно накрыть стол. Поставлю фирменный чай. А вот и гости. Привет. Hello. Угощайтесь, устроим чаепитие. Пусть крошки поиграют вместе. Может, подушечку? Очень милые. Не сработало. Есть идея. Пусть поиграют на коврике. Мамы постелили ковер. Они так похожи на нас. Намечаем нужные размеры. Обрезаем края. Наносим надпись. Маркеры. Пригодится колпачок. Превращаем в массажный ролик. Набор для йоги поможет держать тело в форме, а мысли в покое. Я нашла себе новое хобби. Йога позволит обрести гармонию. Приветствую, вы новенькая? Да-да, с чего начать? Расстелите коврик, а я подержу малышку. С этим справилась. Отлично. Сначала раскатаем мышцы роликом. Окей. Любопытно. Испробуем его в деле. Какие приятные ощущения. Oh. Попробуйте заниматься вместе с доченькой. Окей. Это было очень полезно. Thank you.